Саженцы клематиса гибридного Princess Red, Clematis, как и все сорта, лианы, любят солнечные лучи и не переносят сильных ветров и сквозняков. Вырастает до 3 метров, нуждается в опоре для выращивания в вертикальном положении. Почва подбирается суглинистая или супесчаная. Главное, чтобы она была рыхлая. Princess Red цветет очень долго. С июля по октябрь растение покрывается небольшими кувшинчиками розово-красного цвета. Данный сорт можно выращивать около ограждения, беседки, решетки или другой садовой опоры. Clematis гибридный Princess Red – это лианы высотой 250-300 см. Цветет растение в месяц – июль, август, сентябрь, октябрь. Окраска цветка – розово-красная. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 3-3,5 см. Летом листва зеленая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Обрезать растение нужно на высоте 50 см. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.